Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве DCL10+ добавить отпечаток пальцев. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел «Безопасность», «Отпечаток пальца». Затем выбираем резервный тип блокировки экрана. Это может быть графический ключ, пин-код или же пароль. Давайте выберем пин-код. Вводим наш пин-код, затем его подтверждаем. Затем выбираем, хотим ли мы видеть уведомления на заблокированном экране. Я не хочу их видеть. И затем добавляем отпечаток пальца. Здесь у нас находится сканер. Прикасаемся к нему пальцем несколько раз, чтобы он нас запомнил. И на этом все. И теперь при помощи отпечатка пальца мы можем, к примеру, разблокировать устройство. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.